Знакомство в день семьи, любви и верности просто не могло не привести в ЗАГС. Ровно год назад Виктория организовывала мероприятие. Александр на нем выступал. И просто не мог, говорит, не заметить такую потрясающую девушку, которая командовала всеми и вся. Александр, в свою очередь, покорил будущую супругу своим обаянием. Особо долго не приглядывались, сразу поняли, что, ну, да, в принципе, должны быть вместе. Бывает, знаете, да? Между минусом и плюсом срабатывает разряд. Ну вот и нас притянуло. Пожениться в теремке – мечта для многих самарских влюбленных. Место, как говорят молодожены, намоленное и приносящее удачу в семейной жизни. 8 месяцев здесь шел ремонт. Реставрировали витраж, укрепили фундамент, соорудили внутренний дворик для регистрации браков на свежем воздухе. И в день семьи, любви и верности дворец бракосочетаний открыл свои двери. Он стал очень функциональным. Он стал настолько функциональным, настолько нам стало удобно. Мы теперь не бегаем километры, мы быстрее обслуживаем граждан. В общем-то, в этом вся была и затея, чтобы он стал более удобным. Теремок считается одним из архитектурных шедевров Самары. Здание было построено по эскизам местных архитекторов Каркарьяна и Герасимова в 1984 году. Каждые пятые пары новобрачных Самары именно в теремке слышат самые главные и желанные слова. От имени Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.